пресс-конференцию. Сначала исход боя, что он думает и как он будет работать, скажет Русин Василий. Все будет отлично, я надеюсь на победу и надеюсь также на моего противника. Отлично. А что же скажет нас в ответ Чудаков Влад? Я ему тоже желаю удачи, но я хочу победить. Отлично. И face to face, в стоечку встали, глазами посмотрели, взгляд, жесткий, а теперь лбом к лбу сдали. И кто же из вас выиграет? Кто же? Ну что ж, по углам одеваем, посмотрим.